Пензе простились с протоиереем Сергием Лоскутовым, старейшим клириком Пензенской епархии. Отпевание состоялось в Успенском соборе, где всенародно любимый батюшка прослужил почти 40 лет. Проводить священнослужителя в последний путь пришли многочисленные прихожане, духовенство и представители светской власти города и региона. Такое количество верующих Успенский собор видит только по большим праздникам. Но сегодня всех объединило общее горе. Преждевременный уход из жизни отца Сергия, священника, которого знали, любили и уважали. И оставление грехов его у Христа бессмертного царя и Бога нашего просит. Чин отпевания по всем канонам Русской Православной Церкви длился 2 часа. В храме, где его настоятель, протоиерей Сергий Лоскутов, стоял перед престолом Божиим не один десяток лет. Отец Сергий в этом соборе прослужил 38 лет. Очень большой срок, и хотя большую часть жизни он, конечно, посвятил служению с архиереями, но все равно собор Успенский за эти десятилетия представить без отца Сергия очень сложно. Ушел из жизни не просто священник. Многие знали отца Сергия как активного деятеля. И не только на Ниве Христовой. Был очень удивительный человек. Он настолько добрый, открытый. Он общительный человек. Наверное, ни одного человека в области, который бы не знал, так сказать, отца Сергия. По крайней мере, из моих знакомых. Он всегда в человеке, как бы, вот, прежде всего, видел, наверное, искру Божию. Ушел из жизни человек большого сердца и широкой души. Он был большим другом не только для меня, но для многих и многих жителей Пензенской области. Всю жизнь посвятил служению Богу и людям. В лихие 90-е, как вспоминают собравшиеся, отец Сергий активно участвовал в восстановлении храмов, но не просто зданий, а людских душ. Много работал с молодежью, помогая каждому найти свою дорогу к храму. Воспитывал и будущих священников, бывал строг и даже суров, но всегда справедлив. При всех сложностях он, понятно, во главе владыка Серафим, было столько сделано по восстановлению храмов и по возвращению веры в народ. Поскольку отец Сергий действительно человек эпоха, то все вот эти начальные шаги возрождения, они все шли через него. Конечно, он останется всегда в памяти живой. И сейчас, конечно, очень тяжело. Ну, действительно, олицетворение нашей Пензенской церкви. Похоронили отца Сергия на территории Успенского собора.